маслом. Маслом, хлеба с маслом. Но ты генерально и консерва igual, ты не сильно. Однако хранится то же самое, как бы если в обычном смысле хранить. Еще один вопрос, хотел бы возвратиться к люцерне. К вороха люцерны семян вот хранения. Он сказал, что да, можно, и вот тоже хотел по температуре. A ver, ¿qué iba a decir? ¿Se puede embolsar? Ya te digo, la bolsa se va a hacer igual porque... En частности, у него нет опыта по ответить на этот вопрос. Ну, в чем сомнение? Заложить мешок можно, да. И она будет растягиваться, можно заложить. Видно, что настройки нужны. Lo que no sé es el plazo de conservación de acuerdo a la humedad de almacenamiento. Сроки хранения, я вам не могу ответить, если вы по времени утром ответили. При каких влажностях, при каких температурах это можно. На этот вопрос он не сухую, скорее всего, можно без проблем. И все это на голове. Но сухая она не бывает. Сухую. Если храните сухое, то вот вопрос задали. Схоже и длительное хранение семян. Сухих семян и схоже. Просто есть какие-то. Aquí se almacena mucho cebada, cebada con destino a cerveza. Esa cebada tiene el límite de condensación es 95% de poder germinar. Si cae de eso, no sirve más para la cerveza porque en el malteo. Семена ячменя. Ячменя – пивного ячменя. Почему мы говорим пивной ячмень? Потому что пивной ячмень, если схожесть больше, не снижается ниже 95%, то есть он теряет качество как пивного. Тем не менее, хранится. Это означает, что семена спокойно могут хранить. И индустрия алмазина села на целевозе. И промышленность, пивная промышленность, весь ячмень хранит в руках. Лучше, чем это, доказать и показать. Как отражается на семенах, на скорости или на севана. Para hacer cerveza, primero tiene que ser semilla. Tiene que germinar. Porque es un proceso de ячмень для пива в первую очередь должен сходить. Жизнеспособный. А при длительном хранении ячменя и подсолнечника, вот семена же острые, не происходит повреждение мешка. La semilla de girasol y el cebado están en un punto, ¿viste? Bastante finoso. No se daña el cebado, se daña el cebado. Это вот именно третий слой, да? Включительно и овес тоже убрать. И третий слой, да, позволяет вот там было? La tercera capa se extiende, le permite que no se dañe. No, básicamente es una combinación, lo que le da la resistencia es la combinación tiene dos tipos de polietileno, lineal y no lineal. El polietileno lineal tiene la parte más resistente, la resistencia metálica. Y dice, si es la misma que el polietileno, sí, pero en Argentina no hemos tenido demasiados problemas. Los únicos problemas son ataques muy puntuales sobre la costa, si los dos están sobre el campo de la costa, llega de otra. В Аргентине мы не видели проблем, да, есть конкретные места, которые близко находятся к побережью, где чайки могут повредить, да так больше не было проблем. А подсолнечник вам какие птицы повреждают? Вы говорили, там много подсолнечника, 90% урожая убирают. Голубь. Если подсолнечник, то не я, голубь, а голубь и попугают. А ворон нет у вас, да, там? Нет. Чтобы птица повреждала, нужно же знать, что это. Закладывать? Да. Закладывать. Допустим, минус 20. Ну, минус 10. Там. Может так никто не растет. Эластичен какой-нибудь. Альмасиняр. Ладно, мы Yo no tengo, aquí en Argentina no se dan esas condiciones, pero si la bolsa se usa en lugares muy fríos como Norte, Canadá.
мешок лопнет. Он придет, это зимний уже посильный. Нет, мы понимаем, но они закладывают там... Под шахт, это в Канаде. Мы можем перезаложить зимой, чего нам надо будет. Там что-то неправильное было, это будет такое страшное, что такое рабочее лежит. Перераспределили. Насколько уборка подсолнечек сейчас? Ну, видишь, не зря, что они же залетали. Первоначально сели, садятся. Где-то подлетают, взлетели. Они как взлетают, они же лапами отталкивают. Они не просто тратят тяжелую битву. Отталкиваешь лапами. То есть тут есть. Ну, кстати, вот склады хранится зерно. Даже голуби залетают. Я ни разу не видел, чтобы, знаешь, случай был, что проткнули. Мешок проткнули. Птицы. Бигбэк? Да. Есть проблемы. Ну, понятно. 3 килограмма. Она и металл проткнет. Однако сейчас те, кто производит эти машинки, они для этих экологических условий уже адаптировались. Так, два вопроса. Первый вопрос. Если зерно уже зараженное вредителями хлебных запасов, лежит куча, и мы знаем, что в нем есть там рыжий мукоед, там еще что-то такое. Вот как с этим зерном работать, да, при закладке? Подохнут они там, либо какие-то таблетки фумигационные надо. Это первый вопрос. Он вычился саленький, а и грано и пикан, и секрет. И если грано, а и осиновочка. Полез, кому гуманитарный, кому... Сразу после комбайна. Да, я точно так говорю. Еще hay dos efectos en el silo bolsa que son beneficiosos para el control. Есть два эффекта в рукавах, которые очень дают большое преимущество для контроля насекомых. Aunque tengamos grano seco y la producción de CO2 se baja 1-2%, es suficiente para modificar la actividad de un insecto. El insecto no se siente de todo cómodo, baja la comunidad, baja la reproducción y normalmente no hay actividad de deterioro de grano. No se mueren, pero quedan aletargados. Даже если мы закладываем сухое зерно, нормальная влажность, влажность все равно может произойти. И жизнедеятельность этих насекомых приводит к тому, что образовывается углекислый газ. Да, может быть, они не погибают, но они, как сказать, значительно теряют свою активность. И вред, который они носят, он становится огромным. А таблетки закладывают, они все-таки одновременно. Так, еще вопрос. Вот вы сказали, что 20 дней кукуруза и пшеница при температуре 34 градуса до 18% влажности. А если надо похоронить больше 20 дней пшеницу и кукурузу с влажностью, к примеру, там порядка там, 18%, это как вот что? Маис и секрива. По температуре 37 necesitan almacenar más de 20 días. En este caso puede hacer высушить. O tenemos lo que estamos evaluando ahora es ver la posibilidad de con un fuji tático prolongar el tiempo. Pero todavía no tenemos la cosa. Pero se acuerdan así. Надо вытаскивать и сушить. Понятно. Либо же сейчас ведутся исследования фугистатики. То есть фугистат, который продлили этот срок. Но рекомендовать его сейчас, пока не закончится. Да. Сорго можно приравнять к кукурузе, к пшенице? Сорго, сиполе, влажность. А на самом деле сорго. Приняло на исполнительную удачу. На фугистатику. Depende, siempre quieres hablar con temperatura alta o temperatura alta. Sí, la temperatura alta. Lo que pasa es que, no, básicamente sería menos de un mes con esa. Menos de un mes, sí, es mucho. Здесь уже такая влажность, такая температура, можно было на рассмотреть. У нас обычно температуры выше там 20 градусов не поднимаются после уборки зерна. Не рады, кроме посетителя, температура не влияет, но еще не поднимается. Это другая вещь, это совсем другое дело. А я Диму будет полетать. То есть можно на большую сторону.
Как температуру контролировать? Термометры, сенсоры. Но все контролируют температуру, потому что они все по ленту. Температура никак не контролируется, потому что она всегда привязана к температуре хранилища. То есть, если возгорание, как у нас в куче бывает, локальное возгорание, то есть выросла температура, то тоже что-то такое бывает? А у нас есть температура локальная, потому что мы собрали на самом Eso no sucede, no sucede porque al haber tampoco longitud entre una parte de la bolsa y el ambiente, ese calor que se va generando se disipa, no queda concentrado. Entonces, нет концентрации в одном месте. Это температура, если не понятно. Она температура распространяется по всему мешку. Nosotros cuando buscamos un sistema de monitoreo, primero fuimos a la temperatura y encontramos rápidamente que no servía para. Когда мы начинали заниматься вопросом мониторинга, первое, с чем мы начинали заниматься, вопросом температуры. Потом очень быстро поняли, нет смысла заниматься контролем температуры, потому что это не происходит. То есть потеря качества происходит не от того, что возгорание там. Быстро размножаются вот эти грибы и начинают слеживаться. А просто медленно теряются, ну, как происходит потеря качества? Давайте закончим всю презентацию, потому что мы немножко забегаем в те вопросы, которые он хочет осветить, а мы перезадим. Давайте закончим презентацию, а потом, когда вопросы, если появятся вопросы после презентации, да, задавайте, хорошо? Después dar una pequeña charla a Marcelo de la parte de polinización, que ya tiene tiempo agotado. То есть подъехал Марсело, который об очень короткое время, он на короткое время приехал, и потом, когда вопросы по рукавам, мы задаем вопросы, да? Básicamente, en el sistema, cuando queremos monitorear la bolsa, hay dos pasos. Uno es el monitoreo de integridad física de la bolsa. Юрий звонит. Потом, даже несмотря на то, что внешний вид целостный мешок, но повреждение нужно мониторинг производить, про самого зерна проводить. El monitoreo de integridad física tiene que tener una intensidad, una frecuencia bastante elevada, 10 días. Обследование очень часто проводится, примерно каждые 10 дней. То есть визуальное смотрение. Это то, что очень быстро может произойти, и животное повредит мешок. También es importante revisar lo que es actividad de roedores, que normalmente está sobre el extremo de la bolsa, los pliegues de ojos. Также посмотреть грызуны, могут быть, видно земля, вокруг формирующих, вот это не только внешние силы, но и Si pusimos los cebos, hay que revisar las estaciones de cebado, ver si consumió el cebo, reponerlo. Si положили приманки с ядом, надо их проверять, именно подведение, если только подведение, значит, и весь Y también revisar las madrigueras que normalmente no están en menos de 15-20 metros desde el punto de alimentación, el punto de las madrigueras en donde viven los roedores, en las cuevas. Также в окружности 10-15 метров, посмотрим, есть ли воры грызунов. Si encontramos una madriguera en la cueva, se va al lugar donde. Если увидели где-то 15 метров норки грызунов, обязательно нужно туда взять. Ejemplo aquí tenemos un sector normalmente alto donde hay cuevas o madrigueras. Entonces es importante que esto esté limpio y tratar de revisar los alrededores. Esto no es una recomendación típica para la bolsa, sino si tuviéramos este grano en un silo, en un galpón, también es importante revisar los alrededores. Для рукавов хранения. Это правило, они приемлемы даже если для самосола, даже если где-то у нас в ангаре хранится зерно. Это правило, они вообще хранятся. То есть это приманки с ядом, это капсулы. Esta es una madriguera, se pone el cebo en una bolsa para preservar la composición del cebo y después alrededor puede o bien
Toma la bolsa y la lleva a la madriguera y ahí consumen el cebo que es una Правильная приманка с этого же зерна, этой же культуры, или что-то специально приманка? No, son cebos sí que tienen una composición algo de verano, pero también tienen un anticoagulante y una formulación específica para. Вот. Есть, конечно, специальные, более дорогие варианты, уже брикеты продаются. Está bien, echa venenos. Sí, es importante, no solamente... El producto en sí es una parte del control, ¿no? Hay que establecer una estrategia, que bueno, es otra charla aparte, ¿no? Pero esto es un grupo de la tierra, pero que es el cambio de proceso, entonces, en un modo muy importante. El producto es solamente una parte. Cada producto, producto y cada producto, que es algo que no se puede hacer. No, es una parte del Поэтому здесь проводится в октябре Всемирный конгресс, который длится неделю. То есть мы сейчас пытаемся за 2-3 часа рассказать о том, что здесь неделю длится. Aquí un poquito para reforzar lo que hablaba sobre la temperatura, este gráfico muestra la temperatura en función del tiempo. Здесь у нас график показывает температуру по прошествии времени. Esta es la temperatura media mensual de estos puntos. Это такие точки, где у нас средняя месячная температура. Y aquí son estos puntos azules, son en la temperatura del grano de un silo bolsa de soja que se cosechó en abril aproximadamente. Y aquí son las точки de temperatura de soja que se заложили в апреле месяце. Entonces este grano particular se cosechó con un día cálido, entonces la temperatura del grano inicialmente era alta. Entonces este zerno убирали в жаркий день, como изначально la высокая temperatura. Pero después se acopló con la temperatura ambiente y fluctuó, fue fluctuando. Ven que en parte del año, sobre todo en la parte fría, que es una zona un poco más al centro de Buenos Aires, la temperatura baja de 15 grados, y eso también es algo condicionante muy grande para el insecto, que por debajo de ese umbral pueden llegar a morir. Entonces, la temperatura se sube a menos de 15 grados, Otro sistema es el calado o el circuito de los caladores. Otro sistema de control, este sistema es щупo, берется проба. Pero tiene la ventaja que son... Para mantener un silo bolsa 60 metros es bastante engorroso, tiene que hacer muchos calados, se demanda mucho tiempo. ¿Cuál es el problema? Se demanda mucho tiempo, mucho пробоя можно сделать, много пробников брать по всей длине рукава. Это занимает много времени, трудоемкий процесс. Y sobre todo con un problema que es bastante frecuente, si uno no consideró el lugar donde se hace la bolsa, lo hizo cualquier lugar, entonces, la bolsa se puede romper por debajo, entrar agua y formar una costra, donde no se puede llevar por ningún lado. То есть, в чем проблема такой системы контроля, что у нас, скажем, если снизу этого пробитый мешок, мы не знаем, что здесь сильно пробит. Образовалась корка, и мы пробником до этой корки дошли, дальше уже не замеряем, а что дальше идет. Вот. Это недостаток этой системы пробника. И мы можем, скажем, у нас есть какой-то очаг, а мы еще какие-то промежутки, очаг пропустили где-то. Una alternativa que se está utilizando ahora es un sistema basado en la medición de dióxido de carbono. Но на сегодняшний день альтернатива брать пробы. Эта система основана на измерении присутствия углекислого газа. Será cuando hay una alta actividad biológica, когда есть высокая биологическая активность, если очень много выдыхается углекислого газа. Ya sea por hongo o por insecto, es distinto. Независимо, либо грибов, либо насекомых, всегда идет выработка углекислого газа. Магнитный карбон, но сами система se va acumulando y aumenta el nivel. А именно углекислый газ, он не передвигается, он концентрируется в том месте, где выработался. Algo importante de este sistema es que cuando tenemos un sector, una parte, sobre todo el piso, que está generando dióxido de carbono, y очень важно в этой системе, что когда у нас есть какой-то сектор, который вырабатывает углекислый газ,
hacer un gas difundido por el radio de la bolsa y se puede formar un sistema de emisión. Entonces, можно замерить и определить конкретно, в каком месте и по уровню углекислого газа, определить конкретно четкое место радиоактивного выхода. Это uno de los sistemas. Это одна из систем для измерения. Сейчас вам покажем. Aquí tenemos otro. No, está el mismo, está el grupo de прибор. Lo que se inserta en la bolsa es una aguja, como esa que es para extraer sangre. Pues está acá el regular, está para extraer el sangre. Está acá el tonto de El equipo toma una muestra de gas y analiza la composición. Берет образец газа, анализирует. En el lugar donde se inserta la aguja, si se puede poner una etiqueta, que la tengo, después la vemos. Сейчас покажем этикетку, которая в том месте, где мы брали, наклеивается, ну, более наклеивается, автоматически закрывается. Если у нас там пробивали систему, она заклеивает. Одно время уходит пробить, потом закрыть, заклеить. То здесь мы поставили и просто его пробиваем. Сколько времени на замер одного образца? 10 секунд. Entonces este sistema resuelve varios puntos que nosotros estamos buscando. Esta sistema resuelve muchos puntos que nosotros искали решение по контролю за качеством. Primero que pueda detectar un problema en cualquier parte de la masa de grano abajo. То есть мы можем именно проконтролировать любой массе зерна снизу сверху и проконтролировать и определить что есть. De fuera, muy importante en un sistema hermético, no dañar demasiado la estructura de la bolsa. Очень важно, что это герметичная система. Мы не повреждаем герметичность слишком. Лучше, если пробуем, наверное, там, больше не будет, надо оправдать, и все уже произошло. Вот, здесь мы не нарушаем. Algo importante es que sea práctico este sistema, puede mantener la bolsa en 5 minutos. Очень важно, чтобы практичная система, очень практичная. Для того, чтобы сделать обследование одного мешка, уходит 15 минут. Y por último, lo que permite, si uno va haciendo una medición frecuente, es anticipar un problema de visual de calidad, ¿no? Entonces, y очень важное значение имеет это, что, скажем, мы можем предотвратить проблемы, которые могут возникнуть по качеству, заблаговременно решить это. Cuando se desata un problema, entrada de agua o un problema de grano húmedo, enseguida comienza a haber un proceso de generación de dióxido de carbono que se nota enseguida en la bolsa. Скажем, это очень быстро, если такое повреждение, значит, увеличивается присутствие углекислого газа, понимаешь, что теряется качество зерна. Если процесс на темпу, а дарим... Вот именно эти, я думаю, что ты видеокамеру уже... Если так, то там не такая же, что нет. Теряется качество зерна, повредить разрушение зерна. Entonces eso lo que nos permite es tener una tomar una decisión antes de perder calidad. Esto es una visualización de uno de los sistemas de dióxido de carbono que lo que permite. Sí, básicamente es uno. Затем поговорим. То есть это программа, система, у нас заложен мешок, сделан замер, компьютером занесло. И мы видим, где у нас в конкретной части мешка есть повреждение, где идет концентрация углекислого газа. Окей, эта система может работать в 10 порций.